Друзья, всем привет! Начинаем с вами новый влог. Тимка у меня в садике, у меня спит, но, кажется, уже просыпается. То у нее первый дневной сон, и он такой коротенький. Вот, я вернулась с садика, у меня такое продуктивное утро, поубиралась дома. У меня сегодня день домашних дел. И, кстати, поздравляю всех с первым днем весны. И да, к нам тоже пришла весна. Ну, как весна? Солнышко к нам пришло, но на улице, конечно, все равно еще так морозно. Вот, что я делала. Все поубирала, заправила все кровати и, думаю, пора бы уже позавтракать. 11 часов приготовила себе завтрак. Сейчас обязательно покажу. И сделала тесто на пирог. Хочу сегодня приготовить пирог. Тесто у меня уже стоит в духовке. Я просто включила лампочку. Так, я думаю, тесто скорее подойдет. Вот, достала куриное филе. Все по классике, с мясом и с картошкой будет у меня. И с лучком этот пирог. Вот, поэтому я сейчас завтракаю, и нужно будет мясо нарезать, потому что когда оно полу такое замерзшее, легче режется на мелкий кубик. Вот, и так вот красиво выглядит мой завтрак. Посмотрите, какая красота. Подсела я на овсянку. Вот, с бананом там, чуть-чуть кунжутных семечек, ну, вот знаете, так задекорировала бутербродики с тостами и кофеек. Поэтому буду завтракать, если вы кушаете, то всем нам приятного аппетита. У нас 15 минут 12, и я прям кайфую, что много успела уже всего сделать. Поэтому мне самое главное, чтобы был готов обед. Мне нужно приготовить сегодня еще супчик, но это попозже. Ну что, ребят, мы вернулись домой. Я забрала Тимку с садика. Перед этим я забежала в магазин в Реве. Вот, взяла. Покажу, что взяла. Небольшая такая закупка. Булку хлеба. Кстати, мы очень любим такой хлеб. Это Вайцен Мишброд. Именно в Реве. Прям вкусненький он, прям свежий. Так, здесь гречка. Килограмм. Последнюю упаковку забрала. Это фришкейзы, сливочный сыр. Две упаковки риса. Вот такой перчик острый у нас вот закончился. Мы очень любим Вахотку, знаете, придает аппетит и прям такой вкусненький. И шпроты на бутербродике. Так, огурец. Вот, приготовила сейчас Амине кушать. В общем, мы сейчас активно пробуем самоприкорм. Да, вон мама что купила. Вот Тимочка. Поздоровайся, Тимур. Скажи привет. Отеть. Вот, сейчас активно самоприкорм. Сегодня пробовала делать ей суфле. Это с куриного филе. Здесь лучок и этот пастернак. Морковка, сельдерей. Все сварено на пару. Ну, вот в этой специальной пароварке. Вот, вот таких силиконовых формочках нашла рецепт. Очень даже прикольно получилось. Что, Тим? Йогурт? Да. Ну, надо покушать. Ну, ладно, сейчас я тебе дам йогурт. И это... У меня уже второй раз подошло тесто. И сейчас Аминку покормлю. Закрой, Тим, холодильник, я сейчас дам. Хорошо? И себе тем временем сделала кофеек. Амина будет кушать, я буду пить кофе. Ну, и Тимка будет кушать йогурт. Вот, да. И потом буду готовить супчик. У меня будет сегодня уха по-фински с этим, с красной рыбкой. И быстренько сделаю пирог, потому что у меня уже начинка готова. Ну, как готова? Я порезала уже куриное филе кубиками, пока оно было такое подмерзшее, очень удобно. Вот, Аминке в этот суфле добавляла немножко яйца. И вот мне остальное это будет на пирог. Безотходное производство, как говорится. Так, ну все, пока все рассказала-показала, буду кормить своих деток. Ой, куда залезла? Ой-ой-ой, посмотрите. Ну, что, куда ты залезла? А, малыш, куда ты залезла? Ну, хорошо, вот видите, ну, острые углы, конечно, у нас все давно закрыто. Ну, вот лазит, лазит девчонка, да? Девчонка! Тима, не надо пугать ее. Юбух такая, да?
Ну что, на сегодня с готовкой я закончила. Вот что у меня получилось. Такой красивый ароматный супчик. Так называемая уха по-фински. Смотрите, ой, такой насыщенный. И Тимка уже покушал. Очень вкусный получился. Я жду Азамата. И мы будем тоже ужинать. Да, у нас уже 6. Поэтому скоро у Таза уже придет. И мы будем кушать. Кушать хочется капец как. Ну и пирог у меня тоже готов. Такой он красивый получился. Вот сейчас Тимка уже попросил, чтобы я ему нарезал. Поэтому сейчас отрежу ему. Он будет кушать. Аминке еще осталось на завтра, то, что она сегодня кушала. Вот это суфле. Блин, оно такое нежное, вкусненькое. Такой вот кексик, очень удобно. В общем, Амина заценила. Ей нравится сельдерей. Вот, она почти два. Так вот, знаете, сок оттуда, ну, покушала, высосала. Что, на улице выглядит у нас все вот так. И посмотрите, 6 часов и еще не темно. Это не может не радовать. Прекрасно. Вот, так что да. Близится весна. Мой красавчик. Цветочек. Тьфу-тьфу на него. Вот. Я поубиралась на кухне. Все чистенько. Все на своих местах. Вот, и думаю, что сейчас посижу в телефоне, поделаю видео. Мне нужно еще один влог смонтировать, поэтому да, дела у меня есть. И также нужно мне будет сегодня закончить делать бельем, так как сегодня у меня была стирка, две стирки было. И чтобы это все не копилось, если не скапливалось, нужно сегодня же это дело разобрать, все положить по своим местам. Чтобы меня потом это не напрягало. Вот. Такие пока что дела и планы.